друзья! В эфире познавательно-развлекательная передача «Праздник каждый день». Всем большой привет! Мы ее ведущие Зубок и Коксик. Рады вас приветствовать на телеканале «Радость моя». Коксик, а какой у нас сегодня праздник? А вот это, между прочим, нам должна сообщить тетушка Матильда, которая прямо сейчас летит к нам на самолете с какого-то научного конгресса. На самолете? Ух ты, а это не страшно? Ни капельки. Вот я ни разу не летал, но мне рассказывали. Здорово. Вот повезло тетушке Матильде. Ой, может, и мы с тобой полетим куда-нибудь, когда-нибудь. Авиация сейчас развивается, знаешь, как стремительно. А что такое авиация? Ну, так по-другому называют самолеты и все, что с ними связано. Слушай, а может, получше об этом узнаем, а? Раз у нас никакого праздника на сегодня пока не придумано. Давай объявим день авиации. Хорошая идея, почему бы нет? Только я бы хотел уточнить. День гражданской авиации. А какая еще есть? Ну, гражданская авиация – это самолет, который возит пассажиров, а есть еще военная. На военных самолетах летают военные летчики, десантники, всякие пушки перевозят. Если мы с тобой полетим когда-нибудь, то исключительно на самолетах гражданских. О, я не против. Тогда давай так и скажем. Сегодня у нас день гражданской авиации. Договорились. С чем вас и поздравляем. Так, с чего начнем праздник? Ну, конечно, с того, что узнаем что-нибудь интересное. Тогда надо звать Шуню. Она по интересностям специалистка. А я уже здесь. Доброе утро, друзья. Ой, у нас сегодня необычный праздник. День гражданской авиации. Что интересного можешь об этом рассказать? О, очень многое. Во-первых, надо сказать, что самые первые самолеты создавались именно как гражданские. Человеку ведь всегда хотелось подняться в небо и летать как птица. И это уже потом, через много-много лет, начали делать военные самолеты. Ого, это кому же в голову пришло изобрести самолет? Ну, вообще-то, трудно сейчас сказать, кто первым это сделал. Потому что во многих странах почти одновременно разные изобретатели пытались изобрести самолет. Но я думаю, что первым был русский моряк Александр Можайский. Что? Моряк изобрел самолет? Вот так дела. Ага. Да-да, представь себе. Он много путешествовал на кораблях и в море наблюдал за полетами чаек. Говорят, что результаты этих наблюдений ему очень помогли. И как же они ему помогли? Можайский решил, что у самолета, так же, как и у птиц, должны быть два крыла, хвост, фюзеляж и нос. Что? Фюзеляж. Этим словом называют корпус самолета. Так вот, Можайский наблюдал, да и изобрел первый летательный аппарат, который впоследствии назвали самолетом. Из чего же он был сделан, этот аппарат? Из дерева, из фанеры. А двигатель у самого первого самолетика был сделан из часового механизма. А знаете, какой груз первый самолетик поднял в воздух? Как какой? Ну, что-то такое ценное, наверное. Можайский был морской офицер. И первым грузом, который поднялся в воздух, был кортик. Это такой маленький ножичек, который все морские офицеры носят на поясе. А потом? Ну, а потом изобретатель 3 года конструировал настоящий большой самолет, который должен был поднять в воздух человека. Тогда мало кто верил, что такое возможно. Самолет, он же тяжелый, да еще на нем нужно укрепить железный мотор, да еще летчика посадить. В общем, Можайский все правильно рассчитал. И потом, через много лет, его чертежами пользовались другие конструкторы самолетов. Хоть у него работа до конца и не получилась, труда было вложено очень много.
и Александра Можайского считают изобретателем самолетов и даже говорят про него: Можайский – отец русской авиации. Ну что ж, будем знать, кто придумал эту гражданскую авиацию, на которой где-то сейчас в облаках летит к нам тетушка Матильда. Спасибо, Шуня, за интересный рассказ. Всего доброго, друзья! Почаще смотрите в небо, на самолеты. Доброе утро, друзья! Вы смотрите познавательно-развлекательную программу «Праздник каждый день» на телеканале «Радость моя». С вами ее ведущий Коксик и Зубок. Мы отмечаем сегодня День гражданской авиации. Самолеты, которые летают в небе, и всего, что с ними связано. Ну, надо же нам когда-то все это изучить. Точно! Сегодня самое время, потому что наша тетушка Матильда сейчас как раз летит на самолете гражданской авиации со своего научного симпозиума. Мы сегодня еще попытаемся с ней связаться. А пока продолжим нашу программу другими интересными вопросами. Да, вопросов у нас много. Вот, например, у меня вопрос, самый главный. Ну, начинается. А почему это главный вопрос всегда у тебя, Зубок? Ну, потому что я любознательный. Вот. Я на все твои вопросы знаю ответы. Вот. Тогда скажи мне, почему улетают самолеты, а? Ну, вот-вот. И я не знаю. Самолет — это огромный аппарат, тяжелый, железный, и он летает. Почему? Да, действительно, почему? Наверняка это просто загадка природы. Бывают такие загадки, которые вообще никогда не разгадываются. Слушай, а если спросить у профессора Пифагора, то можно узнать ответы почти на все вопросы. Попытаюсь, друзья, разгадать вашу сегодняшнюю загадку. Сейчас все объясню. Приветствую вас, друзья мои. Поздравляю вас с этим необычным праздником на нашем канале. День гражданской авиации – это хороший повод вспомнить об одном из самых значительных изобретений человечества – самолетах. Уважаемый профессор, расскажите нам скорее, почему большие самолеты так легко поднимаются в воздух и летят, а? Для того, чтобы рассказать вам об этом, требуется знание многих наук – физики, математики, метеорологии. Но я попробую найти слова, чтобы объяснить вам это проще. Пожалуйста, профессор, мы еще такие серьезные науки не изучали. Mm-mm. Тогда вы будете моими научными ассистентами. Коксик, возьми, пожалуйста, книгу и поставь ее перпендикулярно столу, как щит. Так? Да, а ты, Зубок, силой подуй на нее. Ой, не так сильно, Зубок. Ты сейчас эту книжку сдуешь вместе со мной. Ты не заметил, Коксик, как струя воздуха упирается в книгу? Ну еще бы. Так вот, ученые заметили, что потоки воздуха в таком случае становятся плотными перед препятствием. А за препятствием их нет совсем. Да. Трудно это не заметить. Это верно. Но здесь есть один секрет. Если бы мы смогли увидеть воздушные потоки, то рассмотрели бы удивительную картину. Те потоки, которые не попали на преграду, как будто закручиваются за ней. Или, как говорят ученые, завихряются. Ничего себе. А при чем здесь самолеты, а? Зная про эти завихрения воздушных потоков, ученые стали использовать их для поднятия в воздух летательных аппаратов. Коксик, теперь тебе нужно держать книгу чуть-чуть под углом. А ты, Зубок, снова дуй, да посильней. Ой, правда, а книжка-то теперь вон вверх просится. Правильно. Эти воздушные завихрения увлекают книгу вверх.
Вот так ученые обнаружили особую невидимую силу, которую назвали подъемная сила. Потом стали экспериментировать с различными формами крыла. Создали особое обтекаемое крыло, чтобы воздушные потоки лучше обтекали крыло, сильнее завихрялись и увлекали это крыло вверх. О, ну теперь понятно, почему у всех самолетов есть крылья. Без них они просто не взлетят. Именно, Коксик. Но ведь самолеты тяжелые. Это не имеет значения, Зубок. Даже тяжелые самолеты не могут быть сильнее воздуха. Ведь при взлете самолеты разгоняются, и чем сильнее они это делают, тем воздух сильнее упирается в крыло и поднимает его вверх. А разгоняться самолетам помогают мощные двигатели. Чем тяжелее самолет, тем мощнее его двигатель. О, теперь все понятно, профессор. Значит, главное – хороший мотор и правильная форма крыла. И будет вам подъемная сила. Ты все верно понял, Зубок. Надеемся, что подъемная сила подняла тетушку Матильду в небо и плавно опустила в аэропорту. По моим расчетам, она уже пролетела и скоро выйдет с вами на связь. Поэтому я с вами прощаюсь. Друзья мои, всего хорошего. Спасибо, профессор. Спасибо, было очень интересно. Да, профессор такой умный, все просто так объясняет. Зато все понятно стало. Интересно, все-таки наш мир устроен. Ага, у меня такое настроение, что вот-вот взлечу. Погоди, у тебя мотора нет и крыльев. Зато есть хорошая песня. Давай что-нибудь споем. А, это можно. Моя любимая музыкальная пауза. Пускай все проблемы пройдут стороной, появятся схемы, как найти дорогу домой. Поднимемся в космос, полетим сквозь облака и дым, и все узнаем, как один, что там за ним. Полететь бы над пустотой, чтобы стать небольшой звездой, чтобы музыкой неба стать и над всею землей сиять. Поймал птицу на лету, чтобы осуществить свою мечту, чтобы осуществить свою мечту. Пускай самолеты покажут нам край земли, укажет маршруты туда, где мы не одни. Появятся трассы, мир чудес, сквозь облака небес. И все узнаем, наконец, Бог наш Творец. Полететь бы над пустотой, чтобы стать небольшой звездой, чтобы музыкой неба стать и над всею землей сиять. Я б тогда запустил стрелу и поймал птицу на лету, чтобы осуществить свою мечту. Свою мечту.
свить свою мечту. Да, хорошо. Два билета, да. Подальше. В Гонолулу? Конечно, конечно. Бог, ты куда звонишь? А? Ой, Кокси, я пока ребята песенку пели, решил заказать два билета в далекую страну, Гонолулу. Мы полетим на самолете. Как? Одни? Без взрослых? А что такого? Ты только представь. Мы полетим на большом воздушном лайнере. Я специально выбрал полет подальше, чтобы успеть в самолете повеселиться. Ух ты! А как ты собрался веселиться в самолете? Да я знаю тысячи способов веселиться. Например, устроим танцы. А что? Можно нам хоть разок потанцевать от счастья? Ля-ля, оп, оп, ля-ля-ля-ля. Почему бы нам не потанцевать? Я могу прыгать до потолка. Смотри, оп-оп-оп-оп, видел, а? Могу кружиться, как пропеллер. Как же ты слабо гудишь. И вообще, разве гудят самолетные моторы? Они не гудят, они ревут. Точно? О, песня сочинилась. Когда я стану самолетом, я буду петь перед полетом. Самолет, самолет, ты возьми меня в полет. Друзья мои, Коксик, Зубок, что у вас тут происходит? Разве сегодня вы не ведете наш утренний телеканал «Праздник каждый день»? Ой, тетушка Матильда, здравствуйте! Мы тут немного... А вы почему опаздываете? Потому что какие-то шутники устроили в салоне самолета танцы. И командир нашего лайнера принял решение совершить вынужденную посадку и высадить хулиганов из самолета. Ой, а мы как раз придумывали, как повеселиться в самолете. Как хорошо, что это были не вы. Значит, сегодня в школе вежливости поговорим о том, как вести себя в самолете. Итак, с чего начнем? Тетушка Матильда, это правда, что ваш самолет приземлился и хулиганов высадили? Конечно, правда. Приехала полиция, и теперь этих весельчаков ждут крупные неприятности. А что они такого особенного сделали? Ну, повеселились немного, ну... Что? Надо учесть, друзья, что самолет летит на высоте нескольких километров, и скорость самолета огромна. Пилоты должны очень внимательно следить за показаниями всех приборов, которые отслеживают работу двигателя. Ничего не должно быть упущено из виду. В самолете для всех пассажиров есть правила поведения. Нарушать их нельзя, иначе вы будете мешать пилотам делать свое дело. Это опасно? Очень. И пилоты отвечают за жизнь и здоровье всех пассажиров. Они должны четко ориентироваться в небе. Это их работа. И они не смогут ее выполнить, если им кто-то будет мешать. Ну а как же вести себя в самолете правильно? В этом нет ничего сложного. Нужно соблюдать тишину, пристегиваться ремнями безопасности и всегда следовать указаниям бортпроводников, если это необходимо. Тогда, Коксик, если мы с тобой все-таки полетим в далекую страну, Гонолулу, будем вести себя спокойно. Ну да, правильно. Повеселимся, когда прилетим на место. Спасибо вам, тетушка Матильда, за интересный урок. Будем теперь знать, как вести себя в самолете. И вам спасибо, друзья. Хорошо, что сегодня вы придумали такой замечательный день. День гражданской авиации. Доброе утро! Приветствуем всех, кто нас давно смотрит, и всех, кто только что присоединился. Напоминаем, что в эфире познавательная развлекательная передача «Праздник каждый день». А мы ведущие этой передачи Коксик. И Зубок, поздравляем вас с сегодняшним праздником, Днем гражданской авиации. Ты знаешь, Коксик, мне кажется, что и летчики, и бортпроводники, которых нам тетушка Матильда рассказала, такие смелые люди, что просто
достойны, чтобы о них написать поэму. Так про них уже много всего написано. Да? Тогда достойны, чтобы про них что-нибудь прочитали в нашей программе. О, а вот это правильно. Ну так давай послушаем. Пожалуйста. А у нас вчера на крыше приземлился вертолет. Приземлился, придомился, взбудоражил весь народ. Во дворе стоят зеваки, кверху головы задрав. Удивленные собаки громко лают «Гав! Гав! Гав!» Это что еще за птица? Это чей же вертолет? Разве можно тут садиться? Ой, а вдруг он упадет? И воскликнул кто-то робкий. Может быть, купил сосед? На шоссе повсюду пробки. На авто надежды нет. На минуту стало тише. Каждый думал. Может быть, но талдарам надо крышу между всеми поделить. Снова шум заполнил уши. Каждый крышу захотел. Вертолет чуть-чуть послушал, заворчал и улетел. Напоминаем вам, друзья, что вы смотрите утреннюю познавательно-развлекательную программу «Праздник каждый день». Мы ее ведущие Зубок и Коксик. Сегодняшний праздник посвящен авиации не простой, а гражданской. Коксик, Коксик, а? Ты теперь объясни ребятам, которые все проспали, что такое авиация и что означает гражданская. Ах, значит так. Словом «авиация» называют разные самолеты, а «гражданская» она называется потому, что не имеет никакого отношения к военным делам. Гражданская авиация перевозит исключительно мирных людей и мирные грузы. Вот, теперь все понятно. Но очень хочется все-таки получше рассмотреть эти гражданские самолеты. Нет ничего проще, Зубок. Посмотреть на самолеты в подробностях можно на рисунках ребят. Доброе утро, друзья! Сегодня правда замечательный день, потому что мы чествуем летчиков гражданской авиации и всех, кто работает в этой сфере. В наше время все больше и больше людей путешествует по всему миру на самолетах. Это очень удобно, ведь мир такой большой. Я тоже много летаю. И на воздушных шарах, и на самолетах, и в цирке на трапеции. Я тоже, между прочим, летаю. Везет тебе, Веснушка. Но не все же такие циркачки, как ты. Не все, конечно. Но я уверена, что многие ребята-телезрители уже летали на самолетах или еще куда-нибудь полетят. А потом нарисуют нам рисунки. Да, как это сделали юные художники, работы которых я вам принесла. Лена нарисовала скоростной самолет, летящий в облаках. Сережа изобразил современный аэродром. На Жанином рисунке вертолеты над морем. Ира нарисовала нам красивый воздушный шар. Таня – огромный дирижабль, летящий над океаном. Петя запомнил, как он летал на самолете и нарисовал себя у иллюминатора. А Алёша изобразил приземлившийся в тундре вертолет. В моей коллекции детских рисунков каких только самолетов нет. И большие, и маленькие, и даже портреты летчиков встречаются. Хорошо тем, кто умеет хорошо рисовать. А вот мне-то что делать? Коксик, рисовать умеют все. Просто некоторые стесняются это делать. А в творчестве надо быть смелее. Рисуй, и тебя обязательно оценят. Ребята, а вам домашнее задание. Нарисуйте, пожалуйста, свои путешествия. В дальние страны или в соседний двор. Расскажите с помощью рисунков о своих впечатлениях. Свои работы присылайте по адресу 109-147, город Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7, телеканал «Радость моя» в рубрику «Вот что я натворил». Веснушки, до новых встреч! Друзья, напоминаем, что в эфире познавательно-развлекательная передача «Праздник каждый день». Сегодня мы отмечаем День авиации. Авиация – это вся техника, которая летает.
Мне по этому поводу даже стишок пришел в голову. Да? Летать умеют все на свете. Коты, старушки, мышки, дети. Какое счастье утром встать, водой умыться и летать. Ух ты! Ага. Хороший стишок, Коксик. Только у меня есть уточнение. Какое? А знаешь, кто летает лучше всех? И кто? Летчики! Вот кто! Летчики знают все правила полетов на свете. Слушай, а вот ты бы хотел стать летчиком? Может, и захочу еще. Мне бы получше узнать об этой профессии. А давай спросим об этом у Енотыча. А, давай. Доброе утро, друзья. Поздравляю всех с Днем авиации. Я сегодня беседую с летчиком Борисом Федоровичем Корольковым. Но быть летчиком – дело очень серьезное. У меня сегодня в гостях не просто летчик, а генерал-полковник авиации. Здравствуйте, Борис Федорович. Здравствуйте, здравствуйте. А вот расскажите, как вы решили стать летчиком? Решил я стать летчиком, когда мне исполнилось 8 лет. Был у нас дом пионеров небольшой в какой-то избушке. И там был кружок авиамодельный. Я, конечно, сразу записался сюда. И когда через полтора месяца я сам соорудил первый планер и пустил его, он без моторчика, конечно, был, и он полетел, радости было. А где вы учились на летчика? Как называлось летное училище? ЧВАУ-1 на Беловке. Недавно показывали по телевизору, у меня аж сердце сдрожало. Я не был там с 59-го года ни разу. Ну, не удавалось. А вот какие черты характера необходимы летчикам? Смелость, выносливость. Как бы плохо ни было, надо сжаться и все равно продолжать. А что вы посоветуете ребятам, которые решили стать летчиками? Первое, ну, страстно надо желать и любить эту профессию. Это самое основное. Не считаясь ни с чем, ни со временем, ни судьбой своей. А раз ты уже захотел, надо все отдавать этому делу. Следить за собой, надо здоровье иметь. А спортом нужно заниматься? Обязательно надо заниматься спортом. С детских лет, ну, лет 7 обязательно. Не пропускать уроки физической подготовки ни за что. И это мало, надо дома заниматься. Долго нужно учиться, чтобы, как вы, генералом стать. Вот посчитайте, средняя школа 10 лет, аэроклуб 2 года, но это совместно. Дальше училище 4 года, Академию Гагарина 4 года, Академию Генерального штаба 2 года. Это получилось 20 лет. Потом кандидатскую 3 года, потом докторскую 5 лет. Вот тебе 28 лет учебы и летать еще надо. Вот и командовать людьми. Я прошел все должности. Спасибо вам, Борис Федорович, за интересный рассказ. Сегодня был очень познавательный день. Мы узнали много интересного и о самолетах, и о летчиках. Ты знаешь, Кукси, я серьезно решил стать летчиком. Не, погоди, Зубок, мы же собирались отправиться в далекую страну Гонолулу. Да успеем мы еще в эту Гонолулу. Время терять нельзя. Так, пошли в библиотеку книжки читать. А, ну пошли. А, тем более, что пора заканчивать нашу программу. И время вещания нашей программы «Праздник каждый день» подходит к концу. Пора с ребятами прощаться. До новых встреч, друзья! До свидания!